Мы не знаем, кто станет олимпийским чемпионом, но мы можем мечтать. Поэтому Visa Electron всегда вместе с нами. Да, не каждой мечте суждено сбыться. Visa – единственная карточка, которая принимается на Олимпийских играх. Автобанк – банк для большой страны. Все, что выходит за рамки обычного, мы привыкли называть чудом. Наш йогурт натуральный, без консервантов. Можно перекусить на работе. Йогурт – источник белка. Чудо-йогурт – такой вкусный, фруктовый. Чудо-йогурт – наш йогурт. Этот шоколад с воздушными шариками. Мама любит этот шоколад. Новый пористый шоколад Nestlé Classic. Я люблю воздушные шарики. И шоколад тоже. Какой шампунь от перхоти более экономичный? Обычные шампуни против перхоти требуют постоянного применения. И вы вынуждены покупать их ежемесячно. Но есть шампунь, который способен буквально остановить перхоть. Это Незорал. Для лечения достаточно применять его 2 раза в неделю в течение 4 недель. А для профилактики всего 1 раз в 2 недели. При правильном применении одного флакона хватает на 2-4 месяца. Незорал шампунь. Лекарство от перхоти. Спрашивайте в аптеках. Соберись, отверток шок. Назови имя любимой эстрадной звезды и напиши, что такое шок. Миллионы людей в мире страдают от болей, связанных с артритом. При этом заболевании происходит разрушение хрящевых прокладок между костями, в результате кости начинают соприкасаться, вызывая боль. Линдси Дункан, консультант по питанию Хиллари Клинтон. Ученые-медики разработали натуральное противовоспалительное средство Инолтра. Инолтра укрепляет и восстанавливает ткань сустава. Говорит Хосе Алосабаль, знаменитый испанский игрок в гольф. Я покинул большой спорт из-за сильных болей в ногах и спине. Начал принимать Инолтру, и боль отступила. Недавно я снова стал чемпионом. Инолтра сильнее боли. Хорошо. Старый мельник. Душевное пиво. Сделай паузу. Скушай Твикс. Черная комната. Скоро.